Легенды неба ожили в Саратовском музее боевой славы. Там открылась выставка, приуроченная к столетию со дня образования в России дальней авиации, а также к 60-летию 201-й тяжелой бомбардировочной дивизии. Центральное место в экспозиции занимает авиационное вооружение – пулеметы, бомбы, некатапультируемое кресло командира воздушного судна и черный ящик самолета Ту-22. Выставку дополнили модели самолетов из коллекции генерал-майора авиации Владимира Мохова, а также картины летной тематики. Это совместный проект Музея боевой славы и Музея дальней авиации, а также вот современные экспонаты предоставили вот действующие, так сказать, летчики, которые до сих пор вот в полете, так сказать, летают до сих пор. То есть есть и исторические какие-то документы, и предметы, есть и современные.